Еще один инфраструктурный проект в ближайшее время будет реализован коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс». На конечной остановке 5-го маршрута в Аркадии появится электронное табло, которое будет сообщать прогнозируемое время ожидания трамвая. Такие экраны уже установлены в декабре на Куликовом поле, чтобы отслеживать 18-й трамвай. И в октябре у железнодорожного вокзала, мимо которого проезжают 3-й, 10-й, 11-й, 13-й, 26-й и 27-й маршруты. Стоимость одного такого табло, напомню, 40 тысяч гривен. Мониторы отображают информацию, получаемую от GPS-датчиков, которые установлены в каждом вагоне. Уже в феврале электронное табло со всей необходимой информацией о 5-м трамвае появится и в Аркадии. Его принцип действия будет несколько отличаться от устройств, которые уже работают на Старосенной площади и Куликовом поле. Оно будет визуально отличаться от тех табло, которые находятся на Старосенной и Куликовом поле. Оно сделано в соответствии с концепцией дизайна той трамвайной остановки, которая находится в Аркадии. Принцип действия немножко другой будет. Оно на жидкокристаллическом принципе основано, в отличие от светодиодных табло, которые стоят на Старосенной и Куликовом поле. Ну вот посмотрим, как оно в работе себя покажет. А после того, как экран заработает в туристическом сердце Одессы, разработчики обещают нечто подобное установить и на Тираспольской площади в месте массового скопления трамвайных маршрутов.